Pacific Ocean, Тихий океан, Salmon Fishing, сезон на лодках, на катерах, даже вот на таком надувном матрасе люди выходят в океан из Колумбии и делают свой фишинг. Это наша лодка, сейчас показать вам, какая волна. Волна это считается спокойная. Тем не менее, для такой маленькой лодки это beautiful. Look at that, like in the fog, this light. И если бы сейчас было солнце, мы бы видели, как кишит лодками океан. Сейчас только в тумане видны лодочки. И когда салмон клюет, вот такая сушка ловит, отлавливает его все. This is something really. Это была Елена, пока-пока, с Тихого океана.